Современную жизнь невозможно представить себе без использования банковских продуктов. На что стоит обратить внимание при выборе кредитной карты? И как грамотно ею пользоваться, выяснила наша съемочная группа. Специально, чтобы ответить на все вопросы, из Владимира к нам приехал представитель Росбанка Андрей Белов. Наш корреспондент Наталья Чекет взяла интервью. Практически любая кредитная карта в наше время предполагает начисление бонусов за покупки. Это может быть кэшбэк или тревел-бонусы. Кэшбэк, в частности, позволяет возвращать часть стоимости товаров. И это один из самых популярных способов поощрения клиентов за пользование банковской картой. Многие используют как средство накопления кэшбэка. Например, вы получаете зарплату и переводите ее на накопительный или сберегательный счет в банке. А свои ежедневные, ежемесячные траты для этой цели используйте кредитную карту. Однако просто наличие кэшбэка теперь уже не является значимым критерием. Важно обращать внимание, что можно ли выбрать категории мерчантов. Иными словами, это магазины, салоны, АЗС, за покупки в которых можно получать повышенный кэшбэк. Также карта позволяет планировать крупные покупки заранее и получать еще больше выгоды с помощью кэшбэка. Продолжительность льготного периода по кредитке также позволяет планировать бюджет и реализовывать самые смелые планы. Недавно мы запустили новый продукт кредитной карты 120 под 0. В данном продукте у клиента имеется очень длительный льготный период до 120 дней. Клиент может совершать любые покупки и пользоваться достаточно длительным льготным периодом на сегодняшний момент. Кредитная карта сегодня при грамотном использовании может стать очень удобным запасным кошельком как для ежедневных трат, так и для крупных покупок.